Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Люди с буквы Х всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Люди с буквы Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Их внутренние качества производят баланс между материальными благами и духовными убеждениями. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Носителям этого имени очень важно, чтобы их любили, признавали их заслуги и усилия, восхищались результатом их трудов. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Эти люди часто чувствуют себя проигравшими и разочарованными, поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение. Они не смогут смириться с обыденностью, усердностью, а главное – никогда не останавливаться на пути к духовному, интеллектуальному и материальному совершенству. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность в самовыражении, в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени согласной буквы «Х», вы не встретите. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.